приветствую вас на канале Жизнь Деревни. Это все акация. Готовимся к следующему. Сейчас у нас весна, готовимся к следующему отопительному сезону. Еще у нас, ну, наверное, столько же в другом месте. А почему начали готовиться весной? Потому что дерево должно за лето высохнуть. Эти дрова, которые будут использоваться для котла. Почему ценятся дрова из акации, из дуба? Дерево очень твердое. Я вам хочу показать, какой звук, когда бьешь таким большим молоточком по дереву. Как по металлу. Вот еще у нас дровишки. Это мы нарезали кольца. Будем делать дорожки. Здесь у нас грязь все время наших курочек. И мы будем здесь делать дорожки из акации. Вон дровишки сохнут. Так что нам зима не страшна. Причем вот это все начали мы делать в конце зимы, в начале весны. Чтобы это все высохло до начала следующей зимы. Вот такой у нас прибор интересный есть. Когда-нибудь мы о нем расскажем, для чего он. Если кто знает, пишите в комментариях. Здоровья вам и благополучия!